Участники проекта «Губернаторский контроль» вышли в очередной рейд. Цель – оценить ситуацию на самых проблемных участках Орла и наметить пути решения. Это пейзажи Карачевского шоссе. По соседству с мусором – будущий лес из бурьяна. Что будем делать, Николай Александрович? Порослевку вырубаем. Вот она, зеленка вырубается. После того, как уберем ветки, все покосим. Остановочный пункт приведем в порядок. Николай Александрович, вот скажите, пожалуйста, вот мы для этого должны выезжать на каждую остановку, чтобы вот это вот все привести в порядок? Ну, работы уже ведутся. Давали поручение спецавтопазе это все сделать еще в мае. Частный сектор, улица Лермонтова, административной комиссии Орла сюда стоит тоже приехать, подытожил визит глава областного департамента строительства и ЖКХ Денис Блохин. Видим, кто следит за своей территорией, а кто из частников немножко забывает про то, что за забором находится. У кого-то машина песка высыпана, уже не первый год валяется. У кого-то доски, у кого-то трубы ржавые валяются. Поэтому у меня просьба к вам, пришлите, пожалуйста, сюда АТК. В черном списке участок дороги на улице Спивака, а это местные знаменитости и звезды соцсетей. Вы как минимум ограждение-то выставьте. Каждую ночь здесь стоят одна-две машины. Дыры внушительных размеров, испытания для водителей авто, опасные ловушки калечат машины. Если техника получила повреждения из-за ямы на дороге, автомобилисты вправе требовать компенсации у дорожных служб. Помимо морального ущерба, есть еще ущерб материальный. Материальный ущерб выплачивает управление коммунального хозяйства города. И я так себе понимаю, что дешевле было бы яму эту сделать. Дорога на гарантии. Объект компании «Орел Автострада». Ремонт предстоит выполнить спецавтобазе. «Орел Автострада» выполнял работу по ремонту данной улицы. Но, как у нас зачастую бывает, предприятие решает свои финансовые вопросы личные. Ну, получается, уклонилось от выполнения гарантийных обязательств. И то есть юристы нашего управления, они занимались вот этим вопросом. Но так как у нас судебные... скажем, мероприятия, они долгие и зачастую растягиваются на непонятное время. То есть принято решение о выполнении, значит, по договору другим предприятиям и выставлением вот этих финансовых средств на ремонт вот этому предприятию, которое не выполнило свои гарантийные обязательства. Около 78 тысяч. На магазины приметных мест и достопримечательностей нет, разве что это. Вместо украденной крышки люка – дерево, украшенное тряпочками. Креативное решение коммунальщиков. Замените это немедленно, просят жители. Оправдания не принимаются. Уже прорастать начинает деревце. Алексей Сергеевич, сколько стоит уже деревце? По вашим подсчетам, больше 3 недель? Николай Александрович, ну что вам говорить про это? Надо просто взять и сделать. Сделаем. Таких случаев миллион. А почему вы раньше не делали? В чем причина была? Не знали? Почему? Знаем мы эти все моменты. Есть вопросы технического характера, поэтому приходится работать так. Напомним, проект «Губернаторский контроль» стартовал почти 2 недели назад. Губернаторский контроль создан своевременно. Я считаю, что он... направлен правильно на ликвидацию каких-то проблем острых существующих. Он направлен на то, чтобы мы следили за качеством и объемами выполняемых работ. Это хороший проект, потому что привлечены не только чиновники, которые сами заказчиками являются, прочая общественность привлечены. Привлечены депутаты, и очень открыто это все происходит. Люди подходят, люди жалуются, люди высказывают вопросы. Поэтому я думаю, что главное не сбавлять оборотов. Такие рейды порядка и чистоты будут продолжены. Орловчане надеются на длительный эффект. Наталья Пехтерева, Сергей Руднев, телеканал «Первый областной».